Крикните в РК, пулить будем. Закончится, так и не начавшись. Никто не смеет входить в обитель Господня. Хорошо. Ставьте заново шкаф. Так долговый Waffle Raid какой? Waffle Raid чем-то. Что-то Эндряга пишет в ПМ, на ДК зайти не может, сову надо, спрашивает. Что-то забавится, что? Пускай заходит. Пускай заходит на сову, да? Блин, капец. Все, сейчас добираю. Обтолговый кулак. Не в РК напишите, на кого рубить. Рыба есть у кого? Стоит он уже. А, вижу. Че, блин, тут нет макросов. Сейчас мы сделаем. Да, чтобы не прописывать это дерьмо каждый раз. Так, Ваня готов. Да, готов. Пошли. Давайте рост. Заходите под босса. Заходите с лужи. Уже отошли. Помогите! А где? Что-то я не вижу, где ты. О господи, почему ты? Помираю. Почти помер. Даже не бьют. Да ты далеко стоишь еще. Давайте разбежимся. Прилетел ко мне. Милики в центре стоим, возле звезды РДД бьют босса. Милики в ШП. Норка, давай гейм на отхил. Сакру давайте. Апис, подымай Андрягу. Андрягу подымешь золотистую. Вануся, гейм на отхил давай. Чего вы такие невнимательные? Как можно умирать здесь вообще? 4 хила тем более. Под босса спрятались быстрее, шипы. Днем бить шипы, кружок. ДД, блядь. Па. Пойду чайка заварю. Чё ты там блядь, ну чё ты там делаешь? В смысле, шиха? Боже ж, не в центре стоял.
Бейте шипы опять. Хандж ж не бьет через 40 метров. Не, ну чё у меня? О, господи. Забагалась панель. Чего я спекайся в танке? ШП вообще ноль по шипам, я хуй. Сейчас посмотрим. А кому осколок? Давай будем наказывать. Сейчас посмотрим и по ГП. Ой, блин, и по ГП. Там убил шипы. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истины. Дайте пока шипы. Теперь у тебя все шипы. Трэш-шипы. Вот дали, а-за-за. Короче, первые 5 пошли. Да, давайте. Тут чё, можно отнять 7 РДД и ПШ-шечку по шипам, как вы считаете? Да ладно, пусть живут. Ты же все равно только банку на авто выкинул и всё. Больше так делать не надо. Сейчас посмотрим, как будете трэш бить сли на леди. Милики слева бьют трэш, справа РДД. ВБДК слева, кто-то пал справа тащит. Поднимайте все бафы на магию, как она называется. Защита от темной магии. Приста. Забей, там даже приста баф не давали. Да, кстати. И в натуре. Давайте. Присты вы будете давать баф? Мне не нравится уже, первый босс уже не нравится мне. Надо было диску брать. Поставьте рыбу. Чё, мы распределим метки? Потому что 300. Не. Престы. Престы совы контрольте, фурики контролят. Паладина дают стан покаяния. И никто не уешит во время того, когда люди в контроле стоят. Все, пол, сливайте капли сразу. Кто там первый танчит? Поклонский будет первый танчить. Короче, кто не будет бить трэш, умрет под капель, там еще чего-то, каких-то косяков, ЕП от него. Погнали бить трэш. Добейте, моба, сейчас контроль будет. Смотрим контроль. 3 луча. Так, ладно, трусы законтролил. Контрольте луну, главное. Саваня, подымай Void Starfall. Давайте в трэш играем. Собирайте трэш в одну кучу ПК. Сейчас будет контроль. Смотрим контроль. Квадрат в контроль. Справа великий бить. Просто вихри в одну цель даем, поэтому хуйня. Ну распредели, если можешь сейчас. Ну я в квадраты, Саваня все треугольники, а луна Андриага. Стопайте по лени.
Играем все в трэш. Снимаем заново звездопады, свои капли. У меня капля 12 секунд. Я еще могу попасть под нее. Плохо. Давайте, контроль 1 секунда. Смотрим лучи. Квадрат, главное, контролем. Давайте на пол, на Поклонского сейчас. Ориентир, звездочка. Пошли бить трэш, все за звездой идем. Идем бить трэш. Иди, леди, туда, где есть трэш и главное, води от духов. Духи отбежали. Пробегаем. Так, на пульте, на КВ. Води, леди, в другую часть комнаты. Контрольте людей. Отбежали от духов. Води, леди. Уводи, леди. Видишь, духи идут в мини-зону. Надо уводить, леди, не стоять в одной точке. На пульте, на КВ. Лейбу прожми. Давайте играем в трэш. Играйте в трэш. Вот, поднимай никчёма. Контролим через 3 секунды. Будет контроль. Стопаем его, я дома, контролим людей. Вводи духов. Диспельте с леди охоты. Напуливайте на Поклонского. Давайте в трэш играем. Бежали от духов. За звездочкой пошли бить трэш. Выведи с лужи трэш. Уводи, леди, в другую часть комнаты. Уводи, леди. Напуливаем на Куэ. Контрольте луну, трусы. Трусы законтролите, это фурик. Выведи с лужи. Уводи, леди, дух под мини-зоной. Апис, поднимай меня, Редрик. Играйте в трэш. Убейте так. Давайте рост. Уже не надо, давайте рост, добейте трэш. Уводи, леди. Там духи появились, уводи. Контрольте квадрат. Квадрат — это милик, поубивает всех. Квадрат, луну. Диспельте ход и с леди. Уводи, леди, трэш не бейте, добивайте босса. Уводи, леди, в другую часть комнаты. Проклятие там по диспельте, если будут. Квадрат контролем. Поднимите четвертую пати паладина, разродил вещи. Поднимайте людей. Сразу подняли, сразу бафнули. Пошли дальше. О, кстати, у меня шея на этом персонаже есть, и есть еще квест на шее.
Как вы? Поздравляю. Задонатены, что ли, Шемоте? Ну, святость и скверна есть. А в награде пишется, что вы получите 16 голды, а грани нету что-то. Только 16 голды. Голды будет хотя бы. Так всегда, это нормально. Ты его донатил, да? Ну, персонажу этого. Да мне его просто отдали. Ну, задонатили, квест просто не делали. Давайте, баф эмрейд. Клыки, аски. Куда у нас на меч опять будет проблема? Кресты какие-то не... А, на силу угла. Наносит игрока. Ты про сферы или про дух или про чё? Ты про трэш. Никто не бил трэш, кроме миников. Ну, Мануся что-то не отвечает. Ну, что фикашит на трэш. Мануся, ты в РК? Чё ты так слабо доможешь? Мы будем биться со смертельным врагом! Нет, опять и пять. Как это мы не было, это как? Вы видите, что это там вдалеке? Какая тучка там, бес этот, блин. Бес. Ну, если что, будем тебя менять и остальных людей. Кто так дамажит, как ты. Потому что мы это ключа не убьем. Там под подозрением, что Мануся, как бы, что играть разучилась, и Авенс слабенький маг просто взял. Это маг Белина. Но остальной рейд-то вообще нормально. Отбегу быстро от телефона. Пошли бить. Давайте, можно? Мануся, ты опять упал, ты либо троллишь, либо ты невнимательная очень. Уже ты шпион. Ну просто маг был скоро, она, наверное, перелетела заранее или что.
Да, Мануся, ты есть ВКонтакте? Пускайте сурка. Может, спали на сову? Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону. Ну... И мы разрушим этот... Да, муж, сову. И во славу короля Лича. Манусь, это есть в группе у нас ВКонтакте? Гиппу врат гнева. Здесь, чтобы забрать его тело. А почему ты не встаешь, не рысаешься? Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно... Это из Индии, Украина. Индийцы все поясню. Мы вайпнемся. Смотрю, врагам, кто не бил, трэш получает ГП. Трэш играем. Плохо. Земля обогрится вашей кровью. Давай же золотистую частицу на себя и хельметки с танками. Я пока не могу прочитать заклинание. Веселитесь, слуги мои. Трэш играем. Ну, она растет. Я пока не могу. Да, что одна метка в рейде? Что-то починили здесь? Проезжу, проезжу. Чего? Играем. Давайте играем в трэш. Ну давай, Сакура. Просто, не знаю, ходил в эти, на сурка ходил обычно, там по 5 меток, по 4. Тут 2 под конец, только 2. Мануся, напиши мне в ПМ, ответь что-то. Мне кажется, что ты не здесь, не с нашего мира. О, как? Где баш, блядь? Дистанция. Разве дистанция уже работает? Но не работала никогда. Хороним тебя. Воля. Рядом с матерью и предками. Где баш? Ага. Все, он строил воля. Он сролил? Да, вчера. О, нихуя.
Пошли на чума. Два раза подряд воли, ГЦ, пацаны. Какой общий ДПС у нас? 320. Слишком... Как вчера. И рейд как вчера. Ну то, как вы заметили, сурок не показатель. Нормально, мы сегодня все убьем. Я ж в рейде сегодня. Ага. Четыре осквернения налога, вся хуйня. Сука. Вы помните этот рейд? Кому-то, просто... кроме воли, кому-то какие-то вещи нужны были? Нет, там токи не напало, был там защитник. Ладно, разрулим уже потом. Что-то не так с этим поводением. Мамуся, ты тут? Второй уже еще. А есть кто бутылем на СПД? Куплю. Подожди, я могу продать. На носе нету ВК. Валим. Не, ну это. Там они одни были по 25, там все по 35-37 были. Нося, в какой ты дилде раньше была? Понятно. Убьем тебе трэш. Звездочку потом покажу. Угадайте, в какой гильдии была. Адепт? Нет. Ну ты? Нет. А дистанция? Украина. Батя самогон. Украина. Алда и Орда. Да, золотой Орде уже два раза помогал, кажется. Или три. Значит, молодая, да. Воскресно в виде гильдии Гладиолус. Там всегда интересно наличие. Нас с гильдии не хотят брать, меня брали. Опять его персами писал, короче, те, что в гильдии были, не брали. Те, кто не в гильдии, там зашел, 5.8 взяли. Вол. Так старстык проклятие. Ну там они какие-то не такие, неадекватные какие-то. Золотиста, ты на какой спек рубишь? Ну ладно, значит без лута. Ну, давайте великан убьем, звездочку поставим. Мы без звездочки бы его не заметили. По опыту. Может и такое быть, да? Да. Может и такое быть. И люди падают с платформы на лича. Подвоко на дистанцию отправлять. Рисовую ханку.
Лук. Эрпал, вар. Два мага. Далеко два мага. Рога там. Рога еще нет. Давайте все в рейндж встанем. И заблеем нахуй друг друга, да? А чё, может тактика новая, сейчас скажу. Но это надо, наверное, престол в 5. Забей. Да, 5 пристов и 15 ДК. Не, все в одной точке стоять, один прист выходит по команде перед левотой и дает гимнат хил. И сакра надо распределить. Подавился. Сакра еще надо распределить. Сакра тоже. Или этот холипал в бабле, когда бьют все чешку и сакру прожимает и захиливает светом небес с символом. Где такая тактика? В молодой орде была? Нет, сейчас выдумал. Так, Аюр, Норка, будете стоять у ворот. Херсон, Мануся слева от босса. Войд, Квазар справа от босса. Саванья, Эндриага позади босса. Персон же вроде где-то по центру должен стоять. Остальные персонажи в центре. Ничего не, ладно, не то вроде. Вот я сказал Маносе стоять слева от босса, она стоит что-то вот здесь, у ворот. Чек на пул. Все готовы? Макрос на пул. Это подвисло или что это было? Так. Тем на силу природы можно не ставить. Остынем. Прижми Эндриага дубовую кожу. Спрятались за спину. Мануся, под тобой лужа. Думаю, сейчас мама. Становитесь в то же место, где стояли. За спину перебегайте. Локов киньте. У Квазара сейчас большой стезель внизу не будет. Заберешь чешки, прожали, спрятались за боссом. Бабла можешь снять. За спину перебежали. Всем привет. Привет.
Сука, за тебя буду. Привет. Здорово, поворот. Привет, там на Тухлого есть место или нет? На Тухлого? Есть. За спину. ШП зайду, хорошо? Мать тебе капли. Да не заходи, заходи, ДК. ДК заходить? Ладно, не заходи. У нас фулл. К сожалению. Но если кто-то хочет уступить место... Мне там писал человек, что уступает место. А кто это был? Глыбу Микролаби? Как-то на букву. Другим, кому надо боты, на них похуй, да, в этом рейде, что? Мне не тут боты, мне надо оставить. Большого слизня с центра забирай. Что тебе надо? Сакру, давай. Я после бухла так не плюю, как здесь. Штаны надо, разносчика. Так штаны мне тоже надо, чё. Ну всё, ладно, никуда я не иду, всё. Жаль. Штаны разносчика. Блин, не надо, ты сам написал мне, идёшь, я теперь жаль. Да я на всякий случай. А чё, боже, да, ты всё забрал уже? Вдруг Мануся захочет отдохнуть. Или еще кто-то. Они устали, мне кажется. Тяжело сегодня день был, пятница все-таки. Джерри у нас включил, что ли? Суббота. И пару минут подождите, прям пару секунд. Пару минут, пару секунд, так ты определись. Может, пару часов? Пару минут. Спасибо, вроде у тебя охотник есть нормальный, я отвалился. Воу, Ваня, блядь. Чё ты отваливаешься постоянно? Так, что-то сегодня заморился. Ты постой просто, посмотри, как бьём и всё. Чек. Прикинь, так с волчата типа взять. Постой, посмотри, как бьём. Апис говорил, что отойдет, да? Ну в три хила вы захилите, я верю в вас. Пол. Ну лучше три колбы, три споры ловить. Три. Сейчас метки поставлю, подождите. Кружок. Квадрат. Уворачивайтесь от пеленешек. Избегайтесь к спорам. Так, микролайбик, хопка, к меткам подошли. Нормально. Кого стоит аура защита темной магии? Надеюсь, вы прожмете мастер ауру. Ладно, я прожму. Нет. Для несколько перемен. Ладно, я вынесу метку. Блять, ну чё вы делаете? Ёбаный с... А пистроль. Немножко. Ну только немножко. Только слегка, да? Так, давайте, добивайте, уже 8 лямов осталось. Почему? Манусь, спасибо. Бля, 6 человек бьет, да не берите дистанцию нормально. Отойдите от квадрата. Ну или рогайте вместе, или без тотема бейте. Золотистая, отойди от мини-зоны подальше, там сзади тебя куча места. Чего вы такие сложные? Здесь нам надо, короче, тактику выдумывать. Два хила сзади босса стоят и спереди. Жмайтесь. Весь рейд будет как на Джараксусе. Слева, справа стоять. И всех можно было захиливать. Никто не забивал друг друга.
Вот видите, 320 кдпс, да? А у второго танка уже 5 стаков и 6 лямов. Так потому что блюют, пельмени ловят. Вот, поэтому срок не показатель. Ну, срок просто ГС к ДПС проверяется. Обычный писькомер. Знаешь, я говорю о том, что на Личе это все забывается. Штаны упали. 30, тебе надо эти штаны? Ебанутый? Давай, дам тебе. Хиба. Нахер. Пошли, хорошо. Ему еще ГП за станы дать не забудь. Это было бы очень... Кому там за станы, да, начисляли? Еще бы ГП давал на тыр. На мейн или нов? Так, волю. Давайте паролим волю. Пиздец, вообще клоун. Блядь, нахуя мне эти штаны? Ну продаж не было. Так а давай тогда назад. Я отдам, скажи. Сделаю из лока друида и буду носить нас. О, я не могу начислять ГП. Накиньте 583 ГП, а удачи усу. Воин, охотник, шаман. Никому не надо, да? Ладно. Отдам тогда, отдам. Начислил. Спасибо. Носи. Кажется, это два раза. Давайте по тактике. Так. Давай еще раз покидывай. Кто еще может докинуть? Трися зеленого слизня. Замедляешь Херсон красного. Херсон знаешь как? Да, да. Знаю, говорю. Проклятие. Ступаем дамаг, ждем зеленого слизня. Мелизона стоим в звездочке. Если вас откидывает, сбегаем с верды до зоны. Хилы не сбегается в цель зеленого. Еще раз, зеленого или красного? Ты красного. Я же сам забыл, хорошо, что Трися напомнил. Так, пей столик, утроп. Можешь пулять. Куклу портится или нет? О, у меня здесь нет процентажа на этом персонаже. Что там по процентам? Нормально. Скажите, когда стукнуть. Сейчас пока ничего. Давай на такой чуть. Что у нас? Ну, ДПС такой, что можно и стопать. Стопайте. Давайте зеленого играем. Так было аж 320, вы чё, ребят? Тотемная сила природы надо. Звездочку играете зеленого слизня. Милики в звезду. Милики быстрее побежали. Все, отбегайте. Все отбежали. Чему совали? Чему передаем? На ком? А, это, блядь, баг был. Ух. Переводим плохо. Так, на ком зеленый дебаф к столу? На ком красный? Бьем уже красного. Я кину боб, если что. Милики, бейте в задницу бейте зеленого слизня, потом сбегайтесь, ну, в него, вас откинет в центр. В центр комнаты сбежались, на ком зеленый дебаф, сбежались в череп. В череп сбегайтесь. Рудеус, гимн отхил давай. Гимн отхил быстрее.
Даю возложение рук каплю на Войда. Мне повезло. Саваня, поднимай Войд. Ноль удес. Отбежали от кол. Килы. Войд, поднимай Поклонского. Блять, хилы, сука, чем вы занимаетесь? Таунти на себя поклон, бафы по Поклонскому, по ДК. Элли, я побежал. Холипал, хиль танка, чем ты занимаешься? Эндряга, поднимай микролабика. Это буду менять, короче. Не буду сам хилить. Я-то думал, что у меня вчера был плохой рейд. Не-не, здесь такой же дерьмовый рейд. Может даже хуже. Это, наверное, рейд уровня Славика, когда он на эльдре, там, на чем он там распустил на профиле. Давайте в зеленого играем, милики, звезду встали. Ни лево, ни право, блять, звезду встали. Сбегайтесь в этот, в череп. Сколько процентов? Чё? 51. Квазар СС на Родеуса. Херсон на Аписа. Води с подкол. Давайте в красную играем. Или менее пошли. Сколько процентов? Нормально, стопать не надо. 41. Да. Красновики вот. Добьются РД красного. Так переводим или нет? Да, да, переводим. Бежали от колб. Все, играйте в профа. 2%. Квазар, кидаешь на всех, проклятие. Есть еще БР, поднимите их Херсона, если есть. На ком зеленый дебаф с тобой? Да подымай Саванни, Херсона. Рост. Баф эти Херсона. Давайте фул баф, пристабаф, лапу, каску. Мануйся гимн отхил давай. Мануйся гимн отхил. Ну, молодец. Сбежались в череп. Так, звезду встали. Ищем звезду. Бежались в череп. Видишь, как все прекрасно. Сейчас будет мастер таунт от Гельсинг Форса. Смотрим. Идем на ману, ману что не залезть. Давайте, давай на ману. Подери таунт. 3 секунды был. Есть. Бежали пельмени. Опа. Еще один поймал. Ретаунт. Плоский 2 ретаунт. Мисс, мисс. Эй! Я лечу. Давай сейчас еще один буду. Опа, еще один поймал. Ретаунт. Дивана не надо. Все, труп дальше. Так, нам не хватило 1.5 стака. С учетом того, что все живы были. Так. Последнее желание. Нормальная тема. Включай, Ваня, скорость. Пошли дальше. Мануся зато спела гимна ХП сразу, как я сказал, видите? Это Олег, дашь его мне? Последнее желание. Везде есть плюсы. Надо было шаманом идти. Как бы два топ надо было. То, что Поклонский упал, давайте посмотрим от Хилова. Частица, может, слетела. У нас похилило. Там даже кровью земли хилился, блядь. Нормальная тема. Это Олег, дашь мне последнее желание?
Да. Сейчас посмотрим, по-моему, еще надо. Дойду чайку попить. Ну давай, отхрени. Кому-то надо еще последнее желание. Ну еще по нему вообще нету хила. Тупо объятия, 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 буря, щит, все. Там 12 секунд. У нас поклонский танк, поэтому он упал. Это нормально. Скорее всего был пельмень, когда упало. Не, я шаман, дебаф, и шаман тоже. Или они просто в небо посмотрели на секунд 10. Там золотистый просто не хилил, и на этот шаман тоже, там не было пельменей. Был один пельмень на хулипале, но после смерти БДК уже. 12 с чем-то секунд на что рекаунта хватило, не было ни одного хила по нему. Стоять, всем назад, всем назад, всем назад. Мануся, звездочка, ой, хопка, звездочка, Мануся, кружок. Погнали контролить. Ладно, считайте, что просто не повезло. Хотя я же говорил, что хила не сбегается. Цель зеленого. Но с красным он очень далеко убежал, прям очень далеко, почти под дверь. Ну, сова взяла. Тогда агрим все тупо. Давайте агрим все. Дадим совет топ ДПС, держи. Да, вот, открывайся. Агри. Агри все, короче. Вызывайте стадо. Иди, агри трэш. Звездочки стан, кружку стан. Вайпнемся, как думаешь? Не, не вайпнемся, мы дадим сакру. Так, давайте. Стадо, куэ, стадо. Давайте, кружок. Главный кружок. Звезда стан. Мешаем масс АУЕ, гнев небес, кольцо, да, тупо хуярит. Как вы любите, короче, не смотреть на игру. Давай, громовая поступь. Капельку на квазара кину. Давайте, гнев небес, кольцо дай, льда еще дайте. Кружочек стан. Эх, Дарксона потеряли. Важного вара. Не видишь? Все, и трэша нет. Поднимайте павших. Звезду главное. Так, напула у нас нет, поэтому будем без напула. Классно, я сказал, да? Будете гимноманы, там у вас 10 секунд, и я пуляю. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Давайте все на дистанцию. На первом вихре, как обычно, сакру. Играем точно Ланара, но пула нету. Мы очень быстро залили трэш, кстати. 3 минуты КД рост. Давайте, раньше набрали дистанцию. Все живы, это хорошо. Ah.
Так, сейчас мину цели будут. Давайте в келе, милики, постойте там. Поднимайте кинетик, я, например, нажал escape. И 30 секунд посмотрю в контакт. Кинетику поднимите. Сейчас кинетика как-то по-другому стала работать. Давайте талдрама, следите за шариками. Кресты все на шарак, все на шарак сидим, шары спускаются. Пойди, Талдерама, перед тобой вихрь. Насладитесь, Бойснар был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. Дистанцию держим. Вихрь, дистанция, сакру. ДЦ надо перчатки. Надо не откатилось, так что. О, вы решили рискнуть. Неплохо. Там что, стадо было? Почему вы не упали? Я напорился, вы захилили, танки заканчивали. ДД задамажили. Как-то странно. Же никто не упал. Давайте танки. Поклонский упал. Надо поднять его, наверное. Есть Байер? Поднимайте, кто может. Нефть и без кольцов, да. Давай, Поклонский, вставай. Тебя подняли, вернули к жизни. Отдохнули жизнь. Заново бафать АДК. Кто следующий на осколке? Град с Шаэмом. Да, Град с Шаэмом. Есть на старте рыбу. Теперь можно и в РС идти. Вот, есть рыба? Давайте шкафчик с умением упала.
Да, я об этом подумал. Так, ну спойте гимноману, если вам надо. Гидры позаливайте, кому хотите. Куве, Мануся. Видите, прочтите то, что написала Мануся, и сделайте его. Так, секунду, ждите 10 секунд. Это было не раз. Почти по полу. Чем показывает невероятные показатели по ДПС. Сорвал укус. Сейчас как то. Делия, выбегай с меткой. Влево, милики, смещайтесь вправо. Кинется лужа на вас, тогда дойдете в правую сторону. Сейчас посмотрим. Не бьет он, просто атака может. Это потомок Джерриона. Есть что по слотам? Так, ты голый бабл прожми. Нет. Надо дать сакру на взлетке и дать гимн от хил. Давайте, желающие реплисты гимна от хил. Мануса, Норка. Все живы, чудеса. Что там по ДПСу? Кто первый-то? Нелли опять? Три, ничего не держит 30 ковара. Фантастика. Как вам такое? Хотя я думаю, у нас на лече не будет таких проблем, как вчера тут. Туслятинка. Никчем. Dark Sun. Нормальные ребята. По ТПС. Давайте рост. Забыл про рост вообще сказать. 20 секунд потратили. Давайте 20 секунд до взлетки, надо быстрее перевести. Ульбик. Так, на мейн щит, на мейн. Кому-то надо на мейн. Что упало? Этот щит. Щит и токен. Или щит слана? Да. Блядь, да. Надо было идти с укопалом, блядь. На ребре только. Так что нормально. Завоеватель.
что там по ролу. Накиньте, сколько там, 195 ГП золотистой. Чем опять собирать реагенты для этого больного и 300 Рудеусу. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через... Так, ну сейчас будет самая очевидная фраза. Идемте на сингру. Синхронно, да? Долго мы с тобой репетировали это, но это дало свои результаты. Красава. Пуляйте там, рвайтесь, КВ в танка. Помогай танчить. Ни в чем умирает уже. Синдром Джерри на своё, наверное. Синдром Джерри. Синдром Кукуваси еще есть. Разные заболевания. А есть синдром Войда? Сейчас, подожди. Собрать рейд и распустить на ребре, блядь. Вирус иммунодефицит Войда. Так, РДД, бейте бабу, которая испаряет газы под пол. Милите кружок. А, это кружок, это вообще какой-то чувак в рейде. Сейчас его захуярят. Да не, вроде не себя бить своих. Давайте кружок РДД, милите звезду. Смотрим, что выйдет с этого. Давайте, собирайтесь все в кучу. Тяните звезду, а остальной трэш оставляйте там, где он стоит. Давайте пока звездочку убить. Там уже решим. Побахните. Давайте звезду. Сакру можешь отдать. Такой схилые прусики. Давайте на ману тут успойте. Так, может и вердру все спекаться. Сова еще есть у нас. Саванья и Рудеус на рейде, остальные хилы навали. Совы, дайте вам.